Сегодня на онлайн-пресс-конференции организаторы рассказали о фестивале одного дня «Метаморфозы». В его рамках в Сочи пройдут мастер-классы, выставки и лекции. Ну а центральным событием культурного мероприятия станет спектакль «Метаморфозы-2. Жены артистов», поставленный по прозе Чехова и Бунина. Это небольшие рассказы, но, на мой взгляд, очень глубокие по концепции и, как я надеюсь, потому как наши актеры увлеченно это играют. Надеюсь, что это увлечение и это ощущение радости передастся со сцены в зрительный зал. На сцене Зимнего театра во вторник будут играть актеры Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Спектакль пройдет в формате открытой репетиции. Режиссер Никита Михалков будет находиться в зале. Он в любой момент сможет, например, вставить свою реплику, остановить постановку или выйти на сцену, чтобы что-то подсказать или показать артистам. Фестиваль «Метаморфозы» построен по принципу «один день, один город». Он стартует в Сочи, далее пройдет в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в городе Ессентуки.